Ребяточки, а у нас-то печенюха наша имбирная ждет нас. Давайте сейчас заглянем, что он там. Так, две этих снежинки, они очень быстрые, это я знаю. Знаю я такое. Так, ну давайте смотреть. Так, вот наша имбирка. Так, давайте же оценим иммунитет. А, нету к яду и нету к отравлению. А значит. Ну, Фенрир, конечно, классный. Можно брать и Палакса. Надо Палакса как-то качнуть. Сила у них понтовая, ребятки. Вот прямо не знаю, кого брать. Давайте попробуем вот так. Ну, в принципе, сможем же повторить этот бой. Так что нам не страшно. Яды кровотечения. Можно джаджмента брать. Так, ага, почему-то снежинки не имеют бонуса. Ну, они все-таки вода. Какая у них стихия? Мрак у них. Понятно. Так, ну, нужно выносить снежинок. Сейчас, если нужно, то я, конечно, проатакую. 1030 нужно, чтобы у них осталось. А, почему 30? Даже меньше. Ну, я думаю, можно сейчас атаковать. Атакую только потому, что сейчас будут эти... чтобы их добить. Это, конечно, нельзя так делать, потому что Вольтик пропустит следующий ход из-за применения суперудара. Делаем вот так. И вот так. Мы половину с него сняли чисто случайно. Вольтик параллельно так, знаете, снял с него. Ха! Почти завалил. Ну, вынес он Барбатоса, конечно. Да тут уже ничего не осталось. Сейчас его завалит. Не завалило, ё-моё. Ну ладно, последний удар. Печенюки. Ну да, мы потеряли Барбатоса, хотя не обязательно это было делать. Сейчас попробуем еще разок. Нет. Мы, пожалуй, еще разок попробуем. Но возьмем на этот раз не Барбатоса. А кого возьмем? Палакса, допустим. Так. Разрушающие соки, да? Сработало. На них гармония пошла, это нехорошо. Так, ну, плохо что? Плохо, что неким добивать. То есть нужно вольтиком концентрироваться по полной только на одной этой штуковине. Да, мрак. Плохо, что они мрак. Ну, в данном случае плохо, а вообще нам по барабану. Тысяч вольт сейчас нельзя использовать, потому что Барбадос их не добьет. А сколько заберет у них яд, я даже и не знаю.
Ну, пока так. Смотрим, сколько заберет яд. Тут 19 тысяч. Ой, там мало заберет. 10 тысяч всего лишь. Ну, на следующий ход окочурится. Так, печенюку сделаем вот так. Ну, а Вольтик сейчас добьет всех. Можно было меньше ударов наносить, как вы поняли. И сейчас уже можно применить суперудар Вольтика, потому что Тетис восстановит энергию. Надеюсь. Нет, еще осталось у нас... Погнали. За 500 кристаллов было предложение купить 9-ю руну, по-моему, на силу. Или на скорость. Я бы даже купил, наверное, но... 20 тысяч, 20 тысяч. Ну все, то есть он покойник по факту. Ну, Тетис по барабану, у нее другая задача сейчас. Сделать вот так вот. Дракена вызовем. Такой детский плащ. Как будто бы из колодца сейчас вылезет девочка с черными волосами, мокрая. Крадет 100% жизни. Подлечились. Укус был на 10, почему украл только 7? Вопрос. Минус 20. Все, пожалуй, хватит. Пусть печенька сама себя убьет. Вот так вот, в общем-то, очень-очень легкий босс. Острова ничто по сравнению с Монстр Премьером. Я только что проходил Удини, так что там 1 200 000 жизни было. А здесь каких-то там 200 тысяч. Ни о чем, ребятки. Ну все, мы закончили с этим делом. У нас осталось еще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 островов, это радует. До скорых встреч.